Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с вами поиграем в симулятор фермера. Да, друзья, я как-то снимал пару серий по этой игре, но потом я на нее или забил, или забыл. В общем, мы возвращаемся к этой игре, и если вам понравится ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Наберем, давайте, 1500 лайков, я сниму следующую серию. А в этой серии мы с вами сделаем кое-что интересненькое. Во-первых, мы ведем с вами сейчас 35 кодов. Да, и здесь есть, кстати, мой личный код в этой игре, поэтому еще один повод поставить Лукас. Итак, давайте начнем. Давайте, все коды у нас почти дают 50 золота. Единственный код, наверное, дает 100 золота, но вам это немножечко поможет. Итак, поехали. Первый у нас код 1CCX. Некоторые я уже вводил. Мне написано, что этот код я уже ввел. Хорошо. Поехали дальше. Следующий код ASHDUB. Вводим 50 кэша. Отлично. Следующий у нас код Big Granny. Еще 50 кэша. В общем, они все, ребята, по 50. Я не буду называть сумму. Просто вводим коды. Следующий код у нас бета. Друзья, бета. Тоже получаем 50 кэша, наверное. Да, я, кстати, его не вводил. Ребята, я большинство кодов просто здесь не вводил. Следующий Бурлингтон. Вот такой вот кодик. Вводим, получаем денежки. Следующий вот такой. Код Prime 8. Кто не заметил, я еще раз его показываю. Следующий код у нас Defiled или Defiled. В общем, вот такой вот кодик, тоже 50. Я его вводил, как понимаете. Следующий код Dig Dug. Вводим его, 50 кэша. Ничего необычного, просто 50 кэша. Следующий код Farmer. Следующий кодик у нас будет Fusion, ребята. Итак, мы, скажем так, уже штук 10 ввели. Я точно не запоминаю. Так, еще один кодик GDAD. Вот такой вот кодик. Следующий Grow. Итак, оп. Отлично, работает. Ребята, все коды рабочие. Я прямо сейчас при вас проверяю. Следующий код Intel. Вводим, получаем еще 50 кэша. Следующий код Jesse. Тоже 50 кэша. Все работают, ребята. Все 35 кодов должны работать у вас. Итак, Kira Berry. Я его вводил, но он работает. Написано, что я его ввел. То есть он не рабочий, он рабочий, ребята. Следующий код Крик. Крик, вот такой вот кодик. А дальше код у нас вот такой непонятный. Liamt Help. Liamt Help. В общем, вот так вот, получаем еще 50 кэша. Это у нас, кстати, коды многих ютуберов зарубежных. Лонни, тоже 50 кэша. И Матрикс. Итак, первые 20 кодов мы с вами ввели. Мы молодцы, 20 кодов уже введено. Продолжаем дальше. Теперь у нас еще ждет еще 15 кодиков. Итак, давайте, вот такой вот кодик. Миджет. Я при вас все проверяю. Майла или Мила. Мила тоже 50 кэша. Следующий код MyUser. 50 кэша. Забираем. Следующий Noob Nap. Вот такой вот кодик. Бум. И еще полтинничек. Отлично. Razorfish. Неважно. Razorfish пускай будет у нас 50. 50 кэшечка мы зарубили с вами. Руссо. Еще 50 кэша, друзья. Следующий Салли. Вот такой вот. Видите, все рабочие. Я нигде не ошибся. Это очень хорошо. Сеньяк. Сеньяк, я уже вводил. Да, это у нас ютубер тоже и разработчик этой карты. Следующий код у нас вот такой. SubtoVD. В общем, смотрите, копируйте. Вот такой кодик. Получаем 50 кэша. Следующий код у нас TerraBright. Вот такой вот код. Я очень быстро вел. Запоминайте. Сейчас я копирую пока что другой код. Следующий код у нас VET. Вот такой вид. Вид, следующий код. И есть еще кодик у нас. Так, какой же у нас еще код? А, ZEP. Вот такой вот код. Вот он. Вот он, 50 кэша. Работает. Все хорошо. Есть кодик вот такой вот. Знак. Или ZENAK. В общем, вот так, смотрите. Есть код хорошенький. Такой называется трактор, друзья. Трактор. Вводим. Получаем 50 кэша. И единственный код, который дает нам 100 золота, это вот такой вот. Все дают по 50, он дает 100. 1K1CCXFollow. В общем, вот такой код. 100 кэша, ребята. И самый главный код в этой игре, я, конечно, естественно, уже его вводил. Код называется Robzi, друзья. Вводите Robzi, получаете 50 кэша. У меня он уже введен, друзья. Итак, что мы сегодня с вами начнем? У меня нет, опять же, и сразу прошу извинения за то, что я буду сегодня донатить в эту игру. Потому что у меня нет возможности очень-очень много уделять времени этой игре. Что мы сегодня с вами делаем? Ну, для начала я, наверное, возьму буст. Я нажму какой-то буст, например, X. Что у нас есть? Бег. Harvest. Это что такое? Double Harvest with Damage. А, двойной урон. Летающая тарелка.
Это у нас грабелька золотая. Угу. Я возьму VIP. VIP. Продажу X2. Ребята, беру продажу X2. Ребята, Лукас, трачу, потому что хочу эту игру пройти как можно лучше. Випочку я купил. Теперь у меня появился VIP над головой. Отличненько. Итак, теперь мы подойдем с вами в магазинчик. Давайте мы это все уберем. Здесь у нас магазинчик. Здравствуйте. Стоп, а где у нас магазинчик? А, магазинчик у нас вот здесь. Ребята, я уже все забыл. У меня здесь есть, конечно, бачок на 200, но он такой слабенький, мне не подходит этот бачок. Я хочу другой себе бачочек. А другой бачочек я хочу... Эти все бачки у меня купленные. Инвентари, это у нас рюкзаки. И есть бесконечный рюкзак. Вот такая свинота, ребята. Свинота за 800 робоксов, ребята. Мы ее покупаем с вами. Отлично. Теперь у меня на спине поселилась вот такая свинка Хрюшка. Ставь лайк, если тебе нравится эта свинюшка. Так, и у нас, у меня, кстати, открыта вторая зона немножко. Я могу уже здесь, в принципе, пофармить. Мне нужно, чтобы купить новое оружие. Так, про теперь про рюкзаки я забываю. Про рюкзаки я забываю. Если вы, кстати, поставите 1500 лайков, то мы с вами в следующей серии будем стараться накопить на какую-то уже, на какой-то тракторец. Так, это у нас квесты. Здесь у нас тракторцы продаются за 100 тысяч, за 500, за миллион. Еще 200 робоксов, интересненько, за 5 миллионов, вот такой просто мега трактор, и мы пошли по кругу. В общем, если вам понравится, ставьте лайк, и мы будем покупать с вами потом тракторы, тестировать их. Тут у нас есть всякие бомбы, но до них еще нам пока далеко, так как по территориям у нас здесь разбросано. Что у нас здесь? А, здесь рюкзаки, которые, я, в принципе, мне уже не нужны. Значит, что, если мне ничего нужно, мы, значит, будем просто делать квесты и фармить. И фармить травишку. Травишку мы с вами будем фармить. Так, а, рюкзак-то у меня бесконечный. Ура! Я могу фармить сколько угодно. Значит, по квестам что мне нужно? По квестам мне нужно нафармить еще 600 за красным домиком. Значит, иду за красный домик. И сейчас мы фармим. О, Жека, привет. Так, начинаем фармулькать. Фармулькать нужно нафармить сколько мне? 1000. 1000 травы за красным домом. Я думаю, справимся с этим быстро заданием. Мы его потом с вами зададим. Это я сделаю квест Боба. Да, боже мой, сколько мне нужно фармить? Мне, получается, вот этой копалкой нужно фармить еще 17 тысяч травы, чтобы попасть в зону, где я смогу купить новую пушку. Ой, ребята, до трактора мне еще очень далеко. Мне еще нужно сначала попасть в новую зону, купить там нормальные пушки себе, а потом уже фармить на тракторы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я представляю, что там за пушки. Мне нужно попасть вот в ту зону, ребят, видите, вот там магазин новый. Мне еще нужно вот 17 100 травы, грубо говоря, нафармить, чтобы попасть в эту зону. Но мы сейчас с вами сделаем квестик вот этого у бобца. Еще нужно 160 травы, 150 травы нафармить. Сдадим это 13-й квест. Он нам отсыпет где-то 700 копеечек. Но они нам сильно не помогут, потому что лучше, чем эти грабли, мы купить не можем, ребята. Мы не можем в этой зоне купить лучше, чем эти грабли. Я не знаю, почему так, но, в общем, терпим. Рюкзак у нас есть. Золотую цапку я не хочу покупать. Мне этого достаточно, друзья. Видите, получается, грабли. Все. Фарминг, шоул, харден. Все, максимально, что я могу купить, я купил. Кстати, может быть, лучше было мне купить двойной урон. Сколько у нас, кстати, он стоил? 600, в принципе, тоже то же самое. Так, я сдаю, я должен получить, кстати, сейчас денег. Сколько я должен? О, 1376 золота я получил, неплохо. Так, и выполнил квест. Квест мы сдаем вот здесь сверху. Здесь, ребята, обязательно берите квесты, потому что они... Как, скажем так, полезненький. Так, Боб, здравствуйте, Боб. Сколько ты мне дашь за квест денежек? 500, конечно, спасибо, Боб. А он мне дал еще какой-то квестик. Ну, давай посмотрим. 14-й квест Боба. Набрать 1500 сена. Или травы, вид. Что это вид? Как переводится, друзья? Ну-ка, напишите в комментарии, как переводится вид. Я просто не хочу сейчас лезть в переводчик туда-сюда. Купить один автомобиль. Собрать 10 тысяч травы с помощью автомобиля. Я понял. Так, нужно нам за желтым домом пофармить немножечко, да? Сколько нужно фармить? Ага, чуть за желтым. И где-то за, написано, за оранжевым домом. Ага, значит, нам вот здесь нужно еще пофармить. Здесь у нас какое-то озеро. Это у нас квест Стива, друзья. Квест Стива. Это квест уже я взял возле продавца машин. Так, правильное поле? Да, ребята, правильное поле. Мы сейчас с вами доделаем квест Стива. Во время доделывания квеста Стива мы с вами доделаем квест 14 Боба. Так, у меня квест Стива 4, ребята. Да, здесь можно сразу брать несколько квестов у разных ребятишек и фармить, видите? Вот тут еще крутая зона, там продаются всякие фрукты, овощи. Я не знаю, зачем они пока что. Я туда еще не дошел. И мне еще нужно туда, чтобы дойти, нафармить 91 тысячу травы.
Это много. Это много. Для этого мне нужна, скорее всего, машина. Для того, чтобы машина мне нужна, мне надо попасть в ту зону, купить хорошее оружие. В общем, здесь замкнутый круг, ребята. Нужно все это фармить. Как-то я не знаю, я пропустил эту... Я реально снимал эту игрушку, начал. Она была довольно-таки популярная. А сейчас тоже в нее играет около 2000 человек. Но почему-то я про нее как-то, ребята, забыл. Я прошу прощения, я попытаюсь исправить. Если вам игрушка понравится, мы будем продолжать в нее играть. Так, 1500, еще там, короче, 1000 и здесь. Мы сейчас доделаем эти квесты, получим немножко бабосика. Потратить их мы, конечно, пока не сможем. Нам основная цель — это фармить травку. Да, надо было все-таки брать, наверное, двойной урон. Мы бы пофармили в два раза больше. Я взял деньги. Зачем? Ну ладно, ладно, неважно. Двойную траву я брать не буду. В принципе, я смогу со временем нафармить, я думаю, за пару часиков. Если в следующей серии я подготовлюсь, я попробую нафармить на вот ту зону. Вон та зона, где у нас находится. Да, там я не вижу. Там 17 тысяч травы, если я не ошибаюсь. Мне нужно нафармить еще. Ладненько, мы сейчас еще по 500. По 500 здесь сбацаем. Здесь нужно 500. Здесь нужно 1000 с чем-то. 1000... А, стоп. 250 всего лишь осталось, ребята. 250 осталось. Но мы сделаем два одновременно квеста. Делаем. Сразу убиваем двух зайцев. Бум-бум. Сразу. Итак. Здесь, получается, нам говорят, за каким полем фармить. Сейчас мы за красным домиком. Кстати, красивая вода. Вот вода здесь мне нравится. Если бы, особенно вот так вот, когда приближаешь, прям такая переливается, волна идет, смотрите. Ну, симпотно, симпотно. Молодцы, графику здесь неплохо сделали. В этом симуляторе нашем. Фермерство. Так, один квест Стива мы доделали. Нам еще нужно доделать квест Боба. Боб у нас находится в первом здании. Стив у нас находится в этом здании, вернее, возле. Хотя нет, стоп, Стив у нас находится возле желтого, если не ошибаюсь. Сейчас найдем, ребята, сейчас найдем Стива. Думаю, не потеряем мы его. Так, 1408, 90. Все, квест выполнили и Стива, и Боба. Идем сдавать, идем сдавать. У меня, кстати, появилась табличка VIP. Так, Стив, здравствуйте. Так, это Эмили. Ей я сдаю, получаю денежки 3000. Хорошо, хорошо, мне уже нравится. Стив у нас находится где-то вот здесь. Сейчас я проверю, возле желтого домика, если не ошибаюсь. Он мне должен дать около 1000, ребята. Ну, должен дать 1000, я же столько фармил, ребят. Так, Стив, здравствуйте. Сколько ты мне дашь денег? 800, ну хоть так. И он мне дал сразу следующий код. Ага. Что это такое? Получить еще 3 ранга? Фига себе, нафармить за красным домом 1500. А здесь... А, сейчас мы это отдадим, ребята. Стив мне дал, получается, 800 золота. Спасибо тебе, Стив, дружище. И Боб мне даст, я думаю, тоже где-то 750. Ребята, квесты продолжаются. Квесты продолжаются. Буду брать, буду выполнять потихонечку. Давайте на сегодня заканчиваем. Сегодня мы с вами ввели 35 кодов. Купили бесконечный рюкзак. Мы сегодня с вами очень большие молодцы. Если вам понравилось, ставьте лайк. На сегодня все. Хорошего настроения. Спасибо за просмотр. И всем покедова.